And our first speaker today is a businessman, is a popular Russian businessman, is the owner of Zima restaurant and TV presenter, Алексей Зимин. Добрый день. Сегодня, кстати, слышно что-нибудь? Да. Добрый день. Сегодня, кстати, День Победы в войне в Европе, который празднуется во всем мире. Так что можете похлопать этому событию. Вот я хотел поговорить не о победе, а не о прошлом вообще, потому что одна из проблем нашей Родины в том, что она зациклена на прошлом. Поговорить о будущем. Русский философ Чаадаев 200 лет назад писал, что Россия существует для того, чтобы преподать миру великие уроки. Большинство этих уроков, увы, были страшными. Надеюсь, что еще не все потеряно, и в наших силах есть что-то изменить. Последние 30 лет мы жили с осознанием того, что главные ценности в человеческой жизни – это деньги, качество потребления и прочие, так сказать, вещи, не имеющие моральной ценности. И надо сейчас, наверное, как-то вот со стороны денег и качества потребления перейти больше к морали. Мы сейчас видим, что Россия буквально разделена на два лагеря. Одни поддерживают войну, другие тех ненавидят. И наоборот, соответственно. И понятно, что большинство людей околдовано, отравлено пропагандой. И с этим надо тоже что-то делать. Я думаю, что в наших силах, может быть, не остановить войну, но вытянуть из болота пропаганды хотя бы какое-то количество наших соотечественников. И в этом смысле очень хорошо, что Бог не ставит перед человеком невыполнимых задач. И я думаю, что Россия все-таки будет свободной. Спасибо большое, Алексей.